Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня будет крайне необычное видео, потому что сегодня, ребята, видео, я зайду на аккаунт моей собаки Пусечки. Вот, знакомьтесь с этой милашкой. Прямо сегодня, ребят, мы ее аккаунт прокачаем, ну а потом, с ее позволения, этот аккаунт разыграем среди вас. Ребят, огромнейшая просьба, пожалуйста, ради Пусечки, поставьте огромнейший лайк и подпишитесь на канал Кента пока. Ну что же, а мы начинаем. Господа, попрошу вас обратить внимание на аватарочку, скорее всего, на аватарке это ее будущий муж. Пусть, правильно? Красивый? Ну, вроде пусть понравился, потому что она засмотрелась. Ну что же, ребятки, прямо сейчас мы посмотрим на инвентарь. Я скажу так, пусть еще очень-очень-очень новичок в стендофе. Смотрим на аккаунт, у нее везде 0 кд, 0% побед. У нее общее время игры 1 час. Но, ребята, прямо сегодня мы все это поправим. Знаете почему? Потому что я сдонатил и купил Пусе 1400 голды. Вот, я купил скин, теперь у Пусе 1400 голды, и мы можем купить 14 любых кейсов. Также, ребята, если вам интересно, в какие кланы Пусе решила вступить, то можете посмотреть то, что Пусе подала заявки в кланы собакены, собаки и коты ютуберов, ну и так далее. Короче, во все собачьи кланы. Дальше, ребятки, у Пусе 124 заявки в друзья. Ничего себе, Пусе, ну ты популярная прям. Дальше, у Пусе 128 сообщений, где ее называют ботом. Пусть ты бот? Не, вроде не бот, говорит, вроде не бот. Ну что же, ребятки, мне Пуся говорила то, что она очень сильно любит играть стендов, но у нее нету нормальных скинов. Пуся, короче, смотри, мы прямо сейчас тебе выбираем 14 любых кейсов. Пусть Кейти нравится больше всего. Но если я не ошибаюсь, пусть нравится Фурия с кейса, поэтому давайте купим ей 4 Фурия с кейса. Дальше, пусть нравится еще, я знаю, Райвел кейсы, тут можно сразу 5 купить. Но еще Пуся говорила, что она просто кайфует от Фейбл кейсов, поэтому на все остальные деньги купим Фейбл кейсы. Пусть, как тебе твой инвентарь? Ну, вроде, слушай, классный. Пусть смотрит, кайфует, будет потом играть, да, пусть? Будет. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мы, ребята, вместе с Пусей начинаем прокачивать ей инвентарь, потому что Пуся кайфует от стендофа. Посмотрите, ну посмотрите на ее рот. Это означает что? Это означает то, что у нее большой аппетит. Это что означает? Это означает, что надо выбивать нож. Окей. Пусть, смотри, начинаем с Rival кейса. Я прямо сейчас делаю буст на твой любимый нож. Ты говорил, вроде G-команда Luxury, правильно, твой любимый? Пусть. Ну да, вроде любимый G-команда Luxury. Ну чё, пусть, давай, 3, 2, 1, поехали, пусть. И тебе выпадает, слушай, слушай, смотри, смотри, смотри. О, легендарка, пусть, давай 5, давай 5. Оп. Ну чё, ребятки, мы продолжаем дальше. Уже одна легендарка есть, это уже очень даже неплохо. Теперь делаем буст на АВМ Генезис. Ну куда же, как пусть будет с АВМ раздавать, если АВМ это нету. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы открываем Rival кейс, Пуся пытается на меня куда-то залезть, Пуся, сиди там, не двигайся, давай, давай, без проблем. Так, Пусть, смотри, 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 ой-ой-ой, М40 бегал, ты чё, Пусь? Блин, ну, ребят, почти, М40 бегал тоже надо, ну, тебе же нужен скин М40 бегал? Да, нужен по-любому. Так, ребят, откроем дальше, мне еще Пуся говорила, что она любит с АКР играть, потом возьмем АКР Некромансер, пробустим и сделаем волшебное заклинание. Ахалай-махалай, Пусе, G-команда, Флорал, выпадай. Поехали. И что же падает на наши пусечки, ребят? Ой-ой-ой, сколько ножей пролетел. АКР-некромансер, Пуся, ура! Моя ты умничка, АКР-некромансер выпал. Просто представьте, вот это ей навалило. Так, ну что, ребятки, идемте дальше. Открываем очередной Rival кейс. Я делаю обратно буст на АКР-карбон. Ну, АКР-карбон же тоже хороший скин, надо-надо. П-350 ралли, надо-надо. Фомасхул, надо-надо. И вообще все скины надо, кроме АКР. Так, и пусть падает Фомасхул. Вы скажете, это плохо, но, во-первых, это сатрек, а во-вторых, у нее раньше этого скина не было. Поэтому мы сразу все скины, что выпали, сразу применяем. И идем открывать следующий. Следующий Rival кейс. Пусть ты сейчас спишь. Пусть уснула. Пусть хватит спать. Так, ну что, ребят, открываем еще один Rival кейс, пока Пусть не уснула. Ля, G-команда! Пусть ты видел, G-команда чуть не выпал. Пуся! Фурис кейс. Пусть я говорил, что она любит играть с керамитом Dragon Glass еще очень сильно. Пусть, да? Вот твой любимый скин, смотри. Когда я показал Dragon Glass, она же проснулась немножко. Ну чё, пусть, давай. Ахалай, махалай. Dragon Glass, нападай, давай. Для заклинания носик, как коснулся. Оп. И поехали, открываем очередной Фурис кейс. Так, так, так. Пусть падает АКР Спорт. Ну пусть... Я слышал, ты очень сильно мечтаешь по ОП-350 Forest Spirit. Это правда? Учитывая, что он уснул, походу, правда. Наверное, мечтает о нем. Давай, пусть ради тебя. Сейчас П-350 Forest Spirit. Просто смотри.
UMP-45 Vanguard, это еще лучше. Обалдеть. Не, пусть, у тебя уже две легендарочки. Я считаю, очень даже неплохо. Открываем очередной Furious Case. Теперь я сделал буст на Керамид Клоу. Хоть пусть и говорила, что его не любит, но, ребята, ну, давай хоть какой-то керамид и выбьем. Раз, два, три. Говори волшебное заклинание. Поехали. Она про себя его сказала, поэтому его не слышали. Так, и пусть выпадает. Ой-ой-ой, скин на дробаш некромансер. Ну пусть, ну я считаю неплохо. Так, открываем очередной Furious Case. Прямо сейчас я, ребят, делаю буст на абсолютно все арканы. Просто вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Просто на все, что можно, сделал буст. Давай, пусть, ну прям ради тебя. Ща полюбас выпадает аркан. Пусть, а ты что спишь? Ей под вообще все равно. Пуся! Ну что, ребята, мы разбудили Пусю и продолжим дальше открывать кейсы. Фейбл кейс. Делаю буст на Dragon Glass. Дальше делаю буст на бабочку Starfall. Ну что, Пусь, давай. Раз, два, три. Пуся, Пуся, Пуся. Смотри, 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 смотри. Смотри, что падает. М110 кибер. Пуся, ну что ты плохо забустил, да? Или я плохо забустил? Ну что, такся? Так, ну чё, ребят, продолжаем дальше нашу прокачку. Прямо сейчас открываю очередной фейбл кейсик. Делаю буст на 5 Сен Веном. Делаю буст на М4 Самурай. Давай, ну что, пусть, за тебя. Давай, пятюню, пятюню, оп. Дали, дала пятюню, дала пятюню. Поехали. Ей выпадает Desert Eagle Ace. Ну скажи, как мне играть стендов без дигла? Правильно, правильно. Так, ну чё, ребят, осталось 3 кейса. Прямо сейчас я говорю волшебное заклинание. Запустим. Ахалай-махалай, собакену нож выпадай. Поехали, почены. Это заклинание всегда сработает. Работала с Интером, и сейчас нам выпадает FNFL Tactical. Осталось ровно 2 последних кейса. Пусть никак уже не может досидеть. Пусть давай сиди. Последние 2 кейса. Просто поехали. Ой-ой-ой, эмочка Лизард. Пусть моя, ты умничка. Эмочку Лизард выбила, ребята. Просто посмотрите, какая же Пусть умничка. Остался последний кейс. Раз, два, три. Давай, Пусть, просто за нас с тобой, поехали. Вот прямо сейчас мы узнаем, ты хорошая собака или плохая. И Пусть выпадает... Обратно же... Ой, Пуся упала. Ну что же, ребятки, вот такая у нас была прокачечка. Вам огромнейшая просьба, пожалуйста, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что, возможно, кто-то среди вас сможет забрать аккаунт Пуси. Вроде бы она не против, но что же, также не забываем подписываться. Всем удачи, всем пока.